В общем, всем привет. У меня сейчас попытка номер 3 выйти в прямой эфир, чтобы он не вылетел. Сейчас рассказываю краткую предысторию. Вообще, напишите плюсик, меня слышно? Кто-нибудь, пожалуйста. А то вдруг я тут вещаю, а меня вообще не слышно. И... В общем, я так и не понимаю, слышно меня или нет. Слышно, все нормально. Слава богу. В общем, краткая предыстория. Я должна была сегодня вести прямой эфир на YouTube-канале аккаунта «Арт-квартал». У нас была такая договоренность, но я там провела полчаса, рассказала про все материалы, про все-все-все, про этапы. Только начала рисовать, и у меня, собственно, вылетел эфир. Просто вылетело приложение, ничего не сохранило. Это было обидненько. Мы тогда договорились с организатором провести на их аккаунте прямой эфир, и я тоже зашла, начала вести, уже тоже где-то минут 15-20 прошло, и у меня опять просто Инстаграм вылетает. Никогда такого не было, чтобы в прямом эфире просто вылетало приложение. Очень-очень странная история. Я подозреваю, что, скорее всего, это какая-то внутренняя защита Инстаграма, потому что я первый раз зашла на аккаунт и сразу веду прямой эфир, как бы. Инстаграм, может быть, типа, делает такую безопасность, чтобы ничего не транслировали с украденных аккаунтов. Но тут как бы никак ему не объяснить, что все нормально. Это просто партнерство. Ну, в общем, я думаю, что и YouTube, и Instagram таким образом защищаются. Я попробую сейчас у себя провести и сохранить этот эфир, чтобы можно было потом поделиться с организаторами. Ну, посмотрим, потому что я вот недавно на днях проводила свой эфир, у меня все было нормально. Да, Zoom Git-курс. Ну, в Zoom, да, тоже можно создать конференцию. Не знаю, насколько тоже это надежно. Ну, вроде как надежно. Ну, просто формат стримов YouTube и Instagram более как-то привычный для людей, и люди записывались именно на YouTube-трансляцию. В общем, как-то не очень хорошо все это вышло. Я сейчас начну с самого начала, чтобы можно было сохранить это видео, если у меня ничего больше не вылетит, и понять весь процесс работы с самого начала. Итак, начну, наверное. Я сейчас вкратце повторюсь, кто я и чем занимаюсь. Да, я понимаю, вы на моем аккаунте, вы наверняка знаете, кто я, но если это видео будет смотреться на других площадках людьми, которые со мной совсем не знакомы, они, наверное, не знают. Да, я проверила перед всеми эфирами и память телефона, и интернет. У меня все нормально, памяти там просто вагон. Интернет хорошо работает без перебоя, поэтому я грешу, что это именно безопасность Инстаграма чудит таким образом, потому что они борются с мошенниками, и я думаю, таким образом они борются, чтобы ничего не транслировали запрещенного с аккаунтов, в которые только вошли. И, в общем, просмотрим, проверим сейчас на моем аккаунте. Если уж вылетит, то уж какая-то такая другая ошибка будет. Если не вылетит, то значит, я была права. В общем, сейчас должно, и до этого должно было хватить и памяти интернета, но сейчас я надеюсь, что все будет нормально. В общем, тогда начнем. Меня зовут Осетрова Анна. Я, как вы наверняка знаете, стоковый акварельный иллюстратор. На стоковых я больше 5 лет. У меня огромный багаж знаний на эту тему. Я в основном рисую акварельные иллюстрации, немного графики, немного леттеринга, немного вектора. Но основная масса моих работ, у меня их больше 10 тысяч, это акварельные иллюстрации. И я знаю, какие акварельные иллюстрации хорошо покупаются, и сегодня я вам покажу процесс создания такой акварельной иллюстрации от референса до уже окончательного варианта на бумаге. Расскажу про материалы и, собственно, немножко порисую. Из-за того, что я хотела вести эту трансляцию поэтапно, то есть
на момент того, когда она у меня вылетела, я уже вот рисовала, то есть я уже про все рассказала, поэтому, ну, это самое начало, я сейчас все вам расскажу. Итак, у меня изначально был вот такой вот референс, то есть три картинки. Вектору, да, подходит направление, актуально, но сегодня просто немножко другая тема — акварельной иллюстрации. Здесь именно про процесс создания самой акварельной иллюстрации. А так я все, что рассказываю про стойки, именно вот технические моменты, это все подходит и вектору, также и фото. В общем, вернемся к нашей иллюстрации. У меня не было натуры тыквы, нет удачи, нет натуры, все просто. Поэтому я взяла фото из интернета, но так как я сама еще постоянно говорю, что будьте внимательны, не плагиатьте, если вдохновляетесь, то тоже очень аккуратно с этим, то я сейчас научу работать именно с фотографиями, с референсами, как из фото нескольких, да, сделать свою иллюстрацию. Здесь за основу я взяла верхнюю тыкву, мне сама понравилась ее форма. У другой тыквы я нашла вот такой вот интересный, господи, как он, хвостик засохший. И еще у меня вот часть такой срезанной тыквы. То есть вы скачиваете, сохраняете там на Пинтересте, допустим, доску себе с вашими фотореференсами, и потом из этого берете по чуть-чуть с каждой фотографии. То есть один в один фотографию чужую перерисовывать нельзя. Это, ну, чревато тем, что фотограф, который фотографировал, возможно, тоже продает свои фотографии, и он потом найдет вашу иллюстрацию, увидит, что вы вдохновились им, и пожалуется на вас, ваш портфель могут заблокировать. Вот как про девочку недавно в сторис рассказывала, которая срисовала один в один кораллы, у нее была векторная иллюстрация, и она прям по контуру перевела, а фотограф, оказывается, тоже на стоках продает свои фотографии, он на нее пожаловался, ее гигантский портфель просто забанили навсегда. И как она писала в своем блоге, у нее там достаточно стабильный, хороший был доход. Поэтому, если вы берете фотореференсы из интернета, нельзя ни в коем случае один к одному перерисовывать. Вот, поэтому мы берем и частично заимствуем какую-то форму. То есть, конечно, мы из головы, если у нас нет насмотренности тыкв, допустим, вы ее никогда вблизи не видели, не щупали, не разглядывали, вы не сможете ее нарисовать. Есть еще какой лайфхак: можно нафоткать своих фоток и уже тогда перерисовывать один к одному. Вот. Поэтому мы берем фотореференсы и заимствуем части. Итак, у меня три фотографии. Я нарисовала эскиз. Эскиз получился вот таким. Я еще немножко лисичек добавила, но это так для эфира, для красоты. Такая вот получилась композиция. Да, это достаточно актуальная сейчас тема. Скоро осень, последний месяц лета начался. Уже смотрю, в Инстаграме там показывают, как у них тыковки растут, и они скоро вырастут, станут красивые, их можно нафоткать или прямо рисовать с натуры. Поэтому после сегодняшнего эфира можно потом вполне приехать на дачу, разложить краски и рисовать уже свою тыкву, или съездить, сделать фоток, и потом уже делать дома красивые иллюстрации с тыквами. Такая, да, актуальная тема, она и к Хэллоуину, и просто к осени, и вообще любая осенняя тематика, мне кажется, не обходится без тыкв. В общем, какая у меня получилась здесь композиция? Сама тыковка, она у меня достаточно маленькая, ну, кусочек тыковки, может, даже не ее, а какой-то другой, лисички. И смотрите, в чем успех, в принципе, стоковой акварельной иллюстрации? Она должна быть достаточно чистая, понятная и такая живая, сочная, вкусная, чтобы глаз за нее цеплялся и хотелось ее купить. За счет чего мы добиваемся всех этих качеств нашей иллюстрации? Во-первых, нам нужно хорошо простроить саму... О, кисточка сбежала. Нам нужно простроить именно саму форму, да, чтобы она была правильной. То есть даже если вы где-то что-то гипертрофируете, придумываете от себя, вам важно, чтобы
глаз зрителя вам верил. В общем, вы берете саму форму, да, я взяла вот этот засохший хвостик от другой тыквы. Извините. Взяла, значит, кусочек срезанной тыквы, да, с семечками, раскидала семечки здесь. Потом, что добавляет живости нашей иллюстрации, возможно, какие-то еще вы добавите усики, какие-то листики, да, они будут, ну, как бы летать вокруг вашей тыквы композиции, какие-то бородавочки. То есть все вот эти вот движения динамичные, да, я вообще, в принципе, могла бы здесь вот этот хвостик еще больше изогнуть. Ну, то есть такой сказочный сделать, да, не как в натуре, он почти прямой. А добавить усиков, добавить еще каких-то листиков, да, еще, может быть, да, куда-нибудь, если это так, так, еще сюда куда-нибудь вылетит. Но в краске уже испачкалась. Нормальная история. В общем, нам нужно добавить каких-то мелких элементов, которые будут вашу иллюстрацию оживлять. То есть она будет такая живая. За счет чистых акварельных красок мы сделаем ее сочную. Вот. Смотрите, я сейчас еще немножко пройдусь по материалам. Вот мой голос опять начал меня подводить. А все почему? Потому что это уже третья трансляция, третья попытка записать этот прямой эфир, и я уже на первой трансляции полчаса поговорила, на второй 15 минут поговорила, и сейчас, получается, уже тоже 10 минут говорю. А мой голос такой, очень привередливый. Ну ладно, я надеюсь, вы меня извините за этот нюанс. Я постараюсь уже в процессе рисования немножко поберечь свой голос и больше вам показывать именно на практике. Смотрите, я рисую эскизы вот такие вот на тонкой абсолютно бумажке. Это не акварельная бумажка, это обычная пища. Рисую мягким карандашиком. У меня вот этот Faber-Castell 2B. И он, мне нравится им рисовать эскизы из-за того, что он мягкий. Он оставляет такой мягкий, плотный, насыщенный штрих. Удобное движение. Ну, то есть им прям кайфово. Да, вот эти вот. Даже звук, который он издает, мне очень нравится. Вот. И им я рисую сам эскиз, прорабатываю где-то тональность, да, какую-то штриховку делаю, разбираю задний, передний план, то есть на переднем плане у меня будет что-то светлее, задний, все это вот этим карандашом я штрихую, разбираю, добавляю какие-то элементы. И мне нравится именно в эскизе работать. Ни в коем случае не работайте таким карандашиком на хорошей хлопковой бумажке, потому что он очень пачкается. Даже если я вот сейчас порисую, у меня останется здесь след. Ну, то есть, если вы будете рисовать уже на хлопковой бумаге, то он только загрязнит вашу работу. Да, он, может быть, добавит какой-то живости, но в стоковой акварельной иллюстрации, в коммерческой акварельной иллюстрации, я бы даже так сказала, вот эта вот живописность особо нам ни к чему. Нам нужен чистый цвет. Вот, поэтому, когда я переношу уже на хлопковую бумагу, я беру вот такой карандашик, у меня 3H, он оставляет такую светлую линию, да, можно ее даже потом облегчить резинкой или клячкой. Ну, изначально он там как ни жми, да, он, конечно, будет темнее, но он и сильно он не пачкается. Ну, то есть я не люблю лишний раз там 10... подкладывать какие-то бумажки, мне хочется видеть сразу. То есть я, когда училась, я постоянно это делала, и как-то мне это уже, видимо, надоело. Поэтому я просто использую два вот этих карандаша, и меня как бы это все устраивает. Значит, еще раз. Вы нарисовали композицию, достаточно такую интересную, динамичную, с какими-то мелкими деталями, разобрали, подумали. Да, возможно, что-то перерисовали, где-то стерли. И после этого нам нужно перенести это все на чистовик. Напомню, вот у нас были референсы. Из этого получилась вот такая композиция. Я референс отложу в сторону, чтобы было удобно. Мы этот эскиз переносим на акварельную бумагу. Каким образом? Либо мы переводим через окно, либо через световой стол. У меня световой планшет. Вы переносите этот эскиз, допустим, через планшет, как я это сделала, да? И как мы переносим? Мы переносим только контур. То есть все вот эти вот мелкие детали, какие-то бородавочки там,
тень, вот светотень, нам все это не нужно. Нам нужна только общая форма. Да? Мы переносим общую форму, и после этого начинаем уже нашу работу. Итак, я сейчас еще быстро пробегусь по материалам, которыми я пользуюсь. Про карандаши я сказала. Да, мягкий для эскиза, твердый для переноса. Дальше у меня кисточки. Сейчас у меня еще одна кисточка упала на пол. Одну секунду. Значит, кисточки, которыми я пользуюсь. У меня есть две кисточки от фирмы Малевич и две кисточки от фирмы Pinox. Основную работу я веду вот этой кистью фирмы Малевич. Сейчас сфокусируется. Номер 5 – это синтетика. Она достаточно мягкая и упругая. Даже то, что она крупная, но у нее очень острый кончик. И даже мелкие детали таким острым кончиком очень удобно прорабатывать. Причем она очень хорошо держит форму. Вот такая вот кисточка. Есть еще 1,5 от фирмы Малевич, тоже синтетика. Она уже для совсем маленьких деталек. Она не так хорошо держит воду и с краской, потому что у нее сам вот этот резервуар получается меньше. Поэтому даже вот какие-то мелкие детали я, допустим, прописываю вот этой кисточкой. Много краски набирается, очень удобно. Потом использую еще две кисточки от фирмы Pinox. Вот такая вот серия хай-тек, акварелла, синтетика с французским креплением. Она просто хорошо держит воду. И я общую площадь, вот первый этап заливки, я заливала все целиком водой. Я делала это вот этой кисточкой. То есть просто водой с добавлением потом подложки. Но сейчас я про это немножко попозже расскажу. И вот такая вот еще у меня кисточка от Pinox серия Creative. Она с очень-очень плотным... Видите, как он туго... Это... Вообще никак его почти нет. Очень тугая, тугой ворс и скошенный край. Это позволяет добиться эффекта стирательной резинки. То есть, если у меня влажная бумага, мне нужно поднять воду с краской, я вот этой кисточкой пользуюсь. Ну, я сегодня покажу, как я с ней работаю. Вот. В общем, у меня сегодня вот 4 таких кисточки. Собственно, отложим их пока. По палитре тарелочку, которую я недавно купила, я вам ее показывала, да, из IKEA, за 170 сколько, 9 или 6 рублей, не помню. В общем, достаточно удобно. У нее такая еще фактура прикольная. По цветам, так, извиняюсь, здесь у меня краска фирмы Малевич в тюбиках. Сейчас покажу, как выглядит. Выглядит вот так вот. Вот. По цветам у меня здесь желтая, потом сиена-жёная. Что дальше у меня? Умбра-жёная, сиена-жёная, алая, оранжевая, охра, оливковая, цирулиум и зеленая. Ну, тут еще черная немного. Вот. Это по палитре. Есть у меня еще про запас краски фирмы Pinox. Уже такой наборчик под... Устал, но мне нравится он очень. Это вдруг мне не хватит этих цветов, и я воспользуюсь от Pinox с красками. Так, почитаю сейчас ваши комментарии. Да, кончик в ноль выведен, это круто. Действительно, вот этой кисточкой она прям какая-то волшебная. Мне очень нравится ей рисовать. Вот я даже как бы рекламирую эту Малевич, вот эту кисть. Вот для тех, кто рисует акварельную стоковую иллюстрацию. Не пожалеть. У меня есть еще один такой фаворит. Сейчас вам покажу. Это кисточка от Билли Шоуэлл. Я ее заказывала на Jackson's Art. Она в первые года своей службы, вот тоже у нее кончик в ноль выходил. И мне она так нравилась. Она там стоила, конечно, мне каких-то денег. Но она прям очень классная. Так... Вот. Но сейчас из-за того, что у нее уже подстерся кончик, я ей не рисую. И вот мне когда прислали на тест вот эту кисточку Малевич, я прям в нее влюбилась и теперь рисую ей. Так.
Так, сейчас почитаю еще, что вы пишете. Так, пол-литра тарелочка. Да, я люблю всякие керамические палитры. У меня вот еще такая вот от Like палитра, гранатик. Мне тоже она нравится, но она маленькая. Есть еще просто обычное блюдо, которое в каком-то строительном магазине вообще куплено. Ну, там типа а-ля Максидом, и там посуда, и вот это просто блюдо, ну, большое. Я люблю много всяких керамических палитр. Пускай будет. Они красиво смотрятся на фотографиях. Мне нравится. Вам правда нравится Малевич акварель? Покупала и выкинула. Но на самом деле у них очень хорошие насыщенные цвета. Здесь важно понимать, какие вы цели перед собой ставите. Если это какая-то живописная работа, там, натюрморт, пейзажи, возможно, не очень подойдет эта акварель. Если вы рисуете именно иллюстрации, допустим, там, как я рисую такое... очень гипертрофированную, стилизованную ботанику в своем стиле или какие-то детские иллюстрации, то эта акварель, она достаточно яркая, насыщенная, она хорошо подойдет. То есть каждая акварель решает какие-то свои поставленные задачи. По поводу, кстати, круто, что ты наперед продумываешь, какие цвета будешь использовать, а потом не отвлекаешься. Сейчас я просто подготовилась к эфиру, я примерно понимаю, какие цвета буду использовать, но, в принципе, у меня немножко по-другому строится всегда работа. У меня вот есть вот эта основная палитра цветов от Pinox. Здесь, видите, 36 цветов, много, даже больше, по-моему. И есть какие-то цвета основные, которые у меня заканчиваются. Ну, то есть у меня, в принципе, уже сложена моя такая палитра, и, как правило, я рисую на палитре, где уже есть краска какая-то. Ну, то есть я каждый раз не подготавливаю себе цвета новые, то есть я примерно всегда рисую. Допустим, у меня есть любимые оттенки в зелени, я всегда использую оливковую. С сочетанием, там, добавляю желтого чуть больше, какой-то синий, и получаются разные оттенки оливкового. Ну, то есть, ну, вот у меня... такая любовь сложилась с оливковым цветом. Так же, как есть Natural Tint, по-моему, у Pinox такой оттенок. Ну, просто шикарный. Вот я его просто тоже очень люблю. Использую постоянно. Сейчас такая просто тематика осенняя. Я подобрала такие оттенки, которые, возможно, хорошо передадут такую яркую, насыщенную иллюстрацию нашу. Так, еще ваш вопрос смотрю и начну дальше рисовать. Как удобно, засохнет и можно водичку. На этих палитрах да. Ну, то есть у меня есть... сейчас покажу. Обычный такой пульверизатор. То есть я перед началом работы попшикала краски, и они уже свежие. Иллюстрации на стоках покупают чисто как файл или по почте. Смотрите, вы когда загружаете иллюстрации на стоках, они появляются в вашей такой базе, в портфолио вашим стоковым, как поставщика, контрибьютора. И вам нужно только загрузить, а то, как уже это скачивать будет, это уже как бы не ваша головная боль. За все за это отвечает сток. У них там это все налажено. Они, возможно, да, как-то по почте отправляют или сразу загрузка идет прямо с сайта. Это уже как бы вам не особо нужно об этом думать. Важно, как главное туда загрузить и что загрузить. Так, акварель собралась в Камкин, рисунки глянец давала, песок, может, брак попался. Слушайте, ну может быть, действительно, потому что у меня не было таких эффектов. Вот заморозили при хранении, может быть, действительно зима была. Я имела в виду, что вы работу высылаете. Я работу сама лично никому не высылаю. Ну, то есть это все делают за меня стоки. Так, давайте начну про первый этап расскажу. Быстро, который я уже сделала в предыдущем эфире, который не сохранился. Я теперь, мне кажется, долго еще это вспоминать буду.
Ну, в общем, первый этап, который я делаю всегда подложку какую-то либо теплую, либо холодную на свою иллюстрацию. Сейчас такая осенняя тематика. Я сделала теплую подложку с местами холодной. То есть, допустим, у меня вот центральная часть была сделана холодная подложка цирулиумом. А основное все я залила водой и добавила везде обычный желтый, кадмий желтый. Просто на все. Я сразу все закрыла. Потом, пока еще у меня была влажная сама бумага, я начала добавлять желтый в сочетании с красным такие пятна. Почему я начала добавлять здесь эти пятна? Сейчас быстро расскажу. Смотрите, у нашего референса на этой тыкве есть блик, да, то есть свет откуда-то отсюда падает, и у нее вот эта вот верхняя часть выпуклая, да, на ней есть блик, потому что там, где присоединяется к тыкве вот эта вот веточка засохшая, она как бы немножко в углублении находится. И поэтому нам обязательно надо показать вот в этой части тыквы блик. И блик как ложится? Он ложится по форме. То есть там, где есть вот эти ложбинки, углубления, там, соответственно, будет у нас темнее. Вот. И я начала прописывать в первую очередь вот тыква, она у нас такая шарообразная, да, соответственно, где-то вот в этом месте эта тыква ближе всего к нам. Соответственно, нам нужно вот эту вот плоскость выделить. Она у нас по тону будет немножко темнее, чем вверх с бликом и чем низ, там, где есть у нас рефлексы. Вот, поэтому я и начинаю работать поэтапно, прописывая. Да, сейчас у меня будет вообще послойная такая работа. Так, я надеюсь, вам все хорошо видно. Сейчас немножко света добавлю. Вот, сейчас я в первую очередь хочу прописать задний план, то есть у нас тыква, прорисовать графически вот этот засохший хвостик, да. Так, я так переживаю, что у меня сейчас еще раз вылетит эфир, что я постоянно смотрю на часы, как раз просто время подходит, когда вылетали предыдущие эфиры. Ну, надеюсь, сейчас будет все нормально. В общем, какой у нас этап работы? Я закончила здесь работу над хвостиком. Я ее рисовала вот этой кисточкой, кончиком, именно графически, и оставляла заранее блики. И сейчас продолжу. Пока я рисую, возможно, буду молчать немножко. Вы пишите свои вопросы. Там, по стокам, по акварельной иллюстрации, я постараюсь на них ответить. Так, мне немножко неудобно. Сердечки ставить и комментировать, да. Было бы вообще шикарно. Смотрите, акварельная коммерческая иллюстрация — это такое грамотное сочетание между живописью и графикой. То есть, если приглядеться, вот в моем стиле очень много прям супер каких-то графичных элементов. Поэтому, допустим, чтобы прокачивать свои скиллы по акварели, можно параллельно и прокачивать свои скиллы по рисунку. Как у меня это получается делать, я постоянно еще параллельно рисую какую-то графику пером. Мне вот нравится очень перо, и для меня это прям какое-то расслабление, отдых. Так, у меня сейчас абсолютно сухая работа. Она за время того, как я подключалась и прыгала по аккаунтам, она у меня полностью высохла. Сейчас я проработаю вот эту вот часть хвостика. Сейчас, одну секунду. Хвостик этот имеет какие-то зеленоватые оттенки, может быть, даже фиолетовые в тени. Thank you.
Я стараюсь сразу оставлять блики, насколько это возможно. Сейчас в основном работа по тону. То есть я с каждым разом сейчас буду более все углублять, углублять, углублять наш тон там, где это нужно. Так, сейчас, наверное, еще раз пройдемся по тыкве. Вот в технике рисования по мокрому я сначала смачиваю ту область, в которую я хочу добавить пигменты, чистой водой. Это у меня абсолютно чистая кисточка. Аккуратно обхожу шляпку от нашего грибочка. Да, и сюда сейчас я буду добавлять наш пигмент. Из-за того, что бумага хлопковая, на улице не сильно жарко, то она сохнет в течение там 5 минут. У нас есть время сделать заливку. Стакан не поместится, к сожалению, в кадр. Он вот совсем рядышком стоит. У меня даже не стакан, у меня такой бокал. Так. Ну что, мы берем насыщенную оранжевую с алой, делаем такой, можно еще сиены добавить. У меня такой насыщенный оттенок будет. И смотрите как, у меня достаточно мало воды на кисточке, в основном там пигмент. Видите, такая густая даже краска получилась, как будто бы гуашь рисую. И начну прорабатывать аккуратно вокруг грибочка, вокруг дольки нашей тыквы. Дальше, если мне там нужно будет, я сделаю рефлекс потом моей чудо-кисточкой-стиралкой. Так. Я никогда не боюсь такого открытого насыщенного цвета, потому что у акварели есть такая особенность, что она при высыхании достаточно сильно теряет насыщенность. Поэтому, чтобы убыстрить процесс работы, я всегда достаточно насыщенные краски использую. Когда рисую по контуру, да, я сразу корректирую контур самой тыквы, да, если где-то мне что-то не нравится. Сейчас можно здесь тоже посмотреть какие-то блики, поподнимать чистой кисточкой краску. Улетела куда-то. Здесь будет у нас рефлекс. В общем, моя задача при рисовании иллюстрации, которую я буду потом отправлять на стоки, помнить, что цвет должен быть чистый. Нам не нужна грязь совершенно. Thank you.
Вот эта часть тыквы у нас будет больше всего освещена. Она будет такая менее насыщенная по тону. Так, я сейчас смачиваю вторую часть водой. Некоторые вещи, которые я делаю со своей иллюстрацией в процессе работы, очень тяжело объяснить, почему я захотела именно там или тут положить тот или иное пятно, тот или иной цвет. Скорее всего, как я это объясняю для себя, это влияет на смотренность. То есть в целом вы, когда смотрите работы других иллюстраторов, вы как бы должны обращать внимание на то, какие приемы он использует в работе, даже уже в готовой, то есть где какие мазки лежат. И стараться это фиксировать в своей голове, и со временем у вас получится такая насмотренность. И благодаря этой насмотренности вам будут в процессе рисования приходить какие-то идеи. Так. Сейчас я вот тонким кончиком проложу вот эти вот ложбиночки. Там, где они нужны. Да, они могут либо доходить до самого конца, либо только начинаться и сразу пропадать. Вот у меня, на самом деле, сегодня была такая чуйка, так сказать, сработала. Я думала... Я обычно веду прямые эфиры под радио. Я включаю какую-то радиостанцию, которая мне нравится. И пока я молчу, играет музыка приятная. И мне нравится такой процесс. И у меня настроение такое особенное получается. Сегодня я заранее подумала, что нет, я не буду включать радио. Вдруг YouTube что-то мне заблокирует сразу. И в итоге я не включила радио, и мне все равно заблокировали. Ну, не заблокировали, и все равно трансляция вылетела. Как так? Не знаю. Не забываем обязательно про блики. Так, сразу хочется добавить тона к нашей веточке сухой.
Так, нормально все с трансляцией. Никуда это. А, у меня садится батарейка в телефоне. Ну супер. Сейчас мы ее. Сейчас мы исправим это недоразумение. Оп, все нормально. Да. Да, я использую иногда еще и фиолетовые. Но здесь, на именно в этом рисунке, хочу максимально. Максимально, минимально использовать красок. Потому что чем меньше мы используем красок, тем меньше вероятность у нас будет грязь в работе. Ну, в масле возможно, но это настолько разные специфики работы, ну, разные техники рисования. Просто очень много художников, которые такие классические художники, которые рисуют маслом или рисуют акварелью, именно какие-то картины, для них это прям такой профессиональный инструмент. Они иногда не могут понять особенности техники именно иллюстративной. Ну, то есть почему не используют эти все цветотени, переходы и так далее. Так, сейчас посмотрю, может, вы что-то пишете, а я не вижу. Так, да, я что-то пропустила, я не вижу белого, совсем не используют в акварели. Ну, белый, да, мало. Но на самом деле белые все равно используют. Сейчас стали популярны. Я смотрю, там одни производители запустили акварельные краски с разбеленные, то есть такие оттенки, типа как лаванда, розовые, они такие разбеленные. Потом второй производитель запустил такие же краски, потом они пошли там и желтые разбеленные. На самом деле в этом нет ничего плохого и страшного. Это даже для каких-то иллюстраторов очень хорошо. То есть готовый замешанный цвет изначально. Если там иллюстратор, допустим, рисует персонажей, людей, ему такая краска очень подойдет. Так. Да, белильные цвета. У меня даже есть где-то здесь много белильных цветов. Да в том же Пиноксе, вот в этом наборе, вот эти вот все, они белильные. Вот лаванда, вот этот розовый, вот этот фиолетовый, желтый тут валяется. Ну, то есть они белильные. Вот этот вот тоже белильный. На самом деле это интересно, и вообще я очень радуюсь, что сейчас производители много экспериментируют. Делают краски с грануляцией, делают белильные краски. Если грамотно все это комбинировать, то можно, может получиться очень хорошая работа. Так, сейчас мы добавим еще как раз фиолетового. В такой иллюстрации можно, конечно, следить за воздушной перспективой тоже. Можно и не следить. Все зависит от вашего стиля. В основном много стилей, которые завязаны именно на фактуру. То есть человек штрихует. Да, то есть он делает, вот, допустим, тоже такую первую заливку, а потом добавляет фактуру, такой какой-то штрих. И все, у него уже вот за счет этого готовая иллюстрация. И, возможно, времени он тратит намного меньше на работу. Так, на данном этапе я еще хочу светлым добавить тоже какие-то
как в эскизе. Вот эти вот усики. Посмотрим, получится сейчас, не получится. Да. Ох, закрутила. В общем, все это подправится потом немножко. Так. Так слегка наметить, а потом уже делаем толщинку. Да, и возможно, что это идет поверх. Конечно, все эти моменты лучше делать в эскизе и сразу переносить. Но так как я переносила раньше, чем это придумала, получается пока так. Так, надо добавить еще глубин в нашем хвостике. Закроем еще немножко задние вот эти дольки. Я всегда стараюсь рисовать одновременно все, да, так лучше получается. Но сейчас вот я немножко еще поколдую с тыковкой и перейдем и к лисичкам, и к дольке. Там еще у нас есть листики. Сейчас мы их тоже наметим, так прозрачненько. Люблю все. Лезть в краску люблю тоже. Так. Пускай пока такие летают, еле заметные. Так, приступим к дольке, потом вернемся еще к тыковке. Долька такая насыщенная. Вот в этой части боковой насыщенный желтый цвет. Плюс там есть глубина под семечки. Начнем с насыщенного желтого цвета. Плюс, если... Так, не то взяла. Как на референсе, если как у арбуза, допустим, да, чем ближе корочки, тем светлее. Вот здесь тоже есть такая светлая полоса, ее надо сохранить. Так, я возьму желтый, немножко оранжевого. И такой густой краской начну прописывать.
внутри. Тоже все смочим. Что такое насыщенное красное с сепией, с оранжевым. Все это еще мы будем уточнять. Мне главное сейчас основной тон проложить. Красивый. Так, пока еще не высохло, мы моем кисточку. И смягчаем вот этот край. Таким образом, так, здесь пока еще мокро, можно сразу добавить тоже каких-то какой-то фактуры. Так. Пока еще влажная бумага, я добавляю еще какие-то вот такое дребезжание. Мне нравится. Получается такой интересный эффект. Да, там тыква внутри же она достаточно влажная. Она сидит среди семечки, сидят в такой мякоти. И вот эта вот фактура мякоти, можно ее вот на начальном этапе уже вот так вот изобразить. Потом корочка такая насыщенная, зеленая, но тут она в тени, совсем не видно ее, часть торчит только. Поэтому мы достаточно темную ее сделаем, контрастную по отношению к основной тыкве и к этому кусочку. Сейчас посмотрим, как получится. Я ее буду рисовать по сухому, не буду смачивать бумагу, мне нужно контролировать краску, как она ляжет. Так, и смотрите, я еще немножко оставлю светлый край к тыкве. Даже оранжевого можно добавить. Так. Вот, видите, я все делаю одной кисточкой, то есть крупную заливку и тонкий вот этим кончиком я могу делать очень-очень тонкую линию. Посмотрите, какая прелесть. Супер вообще. Я сегодня прям рекламирую эту кисточку, хотя в цели такой не было. Так. Сейчас еще почему-то резко захотелось добавить объема нашим усикам. Поработать с ними немножко. Вообще, когда я рисую, у меня взгляд постоянно бегает с предмета на предмет, где есть перекликающиеся цвета, где контрастные. Постоянно смотрю, где куда что добавить, где тени еще дополнительно проложить, где добавить бликов.
Так, с этой можно тоже поработать. Ну, это чисто графика, как бы тут ни о какой живописности речи не идет, конечно. Сейчас, допустим, я буду рисовать тыквенные семечки, которые вот в этой дольке лежат внутри. И это тоже графика, то есть я сейчас буду их обрисовывать вокруг. Смотрите, сейчас покажу сам процесс. То есть оставлять их не закрашенными, а вокруг них закрашивать, потому что там тоже достаточно глубоко, насыщенно все. Так. Я смотрю, конечно, на натуру, но в то же время я ориентируюсь на свой какой-то внутренний отклик, ищу какой-то интересный ритм. Ритм расположения этих семечек, ритм этих пятен. Так. Угу. Теперь в эту сторону. Большая семечка такая. Достаточно контрастно к белому фону. Посмотрим, что с этой стороны семечка. Вот здесь вот маленькая такая, тоже моё. Обозначим. Вот, ну, вот здесь вот чисто графика. Вам нужно интересно расположить все вот это вот, чтобы вот это вот, весь этот мякиш, который состоит из самой тыквы, да, вот этих клетчатки волосков, которые есть внутри, и семечек, это, чтобы это было интересно сделано, красиво, сочно, вкусно, насыщенно. Можно копировать один прям в один с натуры или придумывать какой-то свой мир. Так. Рисуем тоже какую-то фактуру. Можно совсем разбавить водичкой и нарисовать фактуру какую-то здесь, какие-то штриховки, какие-то там есть линии внутри. Да, там волокна, вот как они проходят. Так, ну меня что-то вообще в рисунок понесло. Бывает такое, что изначально я работу строю именно по графике, делаю рисунок, а потом уже какие-то плоскости дозаливают светом, подгоняя тональность, подгоняя контрастность. Главное, чтобы ваша фактура была тоже интересная, то есть она была правдивой, то есть у зрителя не возникало какого-то смущения, и была интересной, то есть разный ритм, приемчики. Да? Я вот сейчас покажу на
Вот здесь я вот про эту фактуру говорю, видите, она такая неровная вся. Вот эти глубины темные. Мне сейчас срочно хочется добавить такую же фактуру на тыкве. Ну, не такую же, но какую-то общую. Я беру, почти все смешиваю, что у меня есть на своей тарелке. И буду сейчас, во-первых, прокладывать еще глубины вот этих наших выпуклостей. Да, и вот здесь. То есть, да, вот на переднем плане тыквы она должна быть достаточно хорошо проработана. Угу, тут еще грибочки наши тоже надо. Тоже надо наметить, нарисовать. Так, давайте я сейчас сразу еще намечу лисички. Мне прям хочется. Возьму немного фиолетового с оранжевым. И под шляпочкой у нее начну прорисовывать тень. И сразу фактуру, вот этот вот, как они называются, вот эти вот штуки под шляпкой у грибов. Вот таким образом. И этот гриб. Ну вот лисички, можно их вообще нарисовать в пару приемов, потом уже просто углублять, тоже детализировать, добавлять объема на шапку. Вот они как раз-таки сейчас такие живописные. И косточки. Косточки можно сразу с бликами оставить. Вот так.
Сейчас буду еще закрывать большими плоскостями, тоже добавляя какую-то фактуру насыщенности. Уже поверх сухого, сразу с цветом. Пропишем косточки внутри, добавим им объема. На самом деле это, по сути, длится все еще такой большой первый этап заливок, обобщения какого-то. Потому что потом уже будет детализация. Как правило, чем ближе к концу иллюстрация, тем больше я прыгаю с предмета на предмет. То есть одновременно хочется все захватить, все посмотреть. Так, листики еще. Такие очень условные, они у нас здесь только для композиции. Так, прорисуем еще этот усик. Я сейчас начала так торопиться, потому что трансляция и так уже долго идет. Не хочется ее сильно растягивать. Но, конечно, в такой иллюстрации время рисунка, ну, я трачу, наверное, больше. Я рисую там 3 часа. Конечно, никто со мной 3 часа на трансляции не будет сидеть и смотреть, как я рисую. То есть основные принципы работы я вам рассказала, и, возможно, я уже скоро завершу трансляцию, чтобы спокойно закончить, а потом уже покажу вам готовый результат. Потому что здесь уже такой остался этап проработки, детализация, мелкие всякие фактуры. Ну, пока я еще рисую, может, у вас еще есть какие-то вопросы? Спрашивайте. Я отвечу на них с радостью. Можно по стоковой иллюстрации, по акварельной иллюстрации. Просто про рисунок, просто про акварель. Так, чтобы можно было посмотреть кусочками. А что можно было посмотреть кусочками? А, вы имеете в виду завершить эту трансляцию, начать новую, чтобы можно было потом несколько этапов посмотреть? Я правильно поняла вас? Ну, я надеюсь, что эта трансляция сейчас сохранится и у меня на канале, и на канале
арт-квартала, магазина. И можно будет ее пересмотреть. Нет, это сохранится трансляция надолго, я ее добавлю в IGTV, поэтому она будет висеть всегда, насколько это возможно. Так. Так, а на стоках вы выкладываете работы по тематике, наподобие «Летом арбузик», «Осень тыковки». Нет, не все так просто. На самом деле на стоках есть своя определенная сезонность. И все зависит, конечно, в какой нише вы работаете. Как правило, я стараюсь следовать этой сезонности, следовать каким-нибудь календарям стокера, где есть рекомендации, что сейчас лучше рисовать, на какой праздник, допустим. Но, как правило, у меня работа состоит так. Вот что я захотела рисовать, и я поняла, что это будет востребовано и напечатано, допустим, на упаковке. Ну, то есть я придумала какую-то тему, и я решаю ее нарисовать. И даже если эта тема какая-то летняя, а я решила ее нарисовать зимой, я все равно ее буду рисовать. То есть есть сезонность, но она не привязана к временам года. Вот. Допустим, если я захотела нарисовать арбузик, то по логике его будут скачивать перед летом, да, весной. Соответственно, логичнее всего, работая со стоками, рисовать все заранее. И если рисуем арбузик, то, соответственно, мы рисуем его зимой и ближе к весне уже выкладываем. Надеюсь, понятно объяснила. Так. Есть такие темы, типа как Новый год, Рождество. Их надо даже не то что за сезон, а за несколько сезонов выкладывать. Допустим, у меня в этом году начали скачивать Новый год в мае. Причем какой-то бум был такой. То есть люди, допустим, к таким большим праздникам новогодним или к сезону новогоднему готовятся намного заранее. То есть все эти корпорации, которые хотят печатать корпоративные какие-то вещи, они все это очень сильно заранее делают. Ну, китайский Новый год можно рисовать и выкладывать примерно с обычным. Хотя я знаю, сколько я не рисовала там, ну, типа тематических каких-то зверушек на китайский Новый год. Они потом пользуются популярностью еще просто на, ну, по своему хэштегу. То есть это очень удобно. Вы убиваете, грубо говоря, одним хэштегом двух зайцев. Так.
Да, в апреле, в мае, еще бывает в феврале китайский Новый год. У них же там каждый год по-разному. Ну, ключевые слова, картинки, допустим. У нас сейчас год кого? Фига, я даже не помню, какого. В общем, рисуете вы там год крысы, допустим. И ставите хэштеги и Новый год, и китайский Новый год, и Китай. Ну и просто хэштеги крыса. И, возможно, в китайский Новый год эти хэштеги не выстрелят, а по хэштегу крыса она попадет у вас в топ, и ее будут постоянно скачивать. Год быка, да? Клево. А почему у вас беда с ключевыми словами? Вам сложно это делать? Ну, то есть сложно придумать, понять, составить, в чем трудность? Или вы все правильно делаете и просто не выстреливают, и не, или не скачивают по ключевым словам? В чем именно проблема? Можно еще добавить тона. Здесь. Сложно понять, что ему писать. Когда проверяю по подобным картинкам, часто выдают совсем не то. Смотрите, по поводу хэштегов. Допустим, рисую я вот тыкву акварельную. Во-первых, есть хэштеги двух категорий, грубо говоря. Допустим, категория про материал и про технику. И вторая категория — это про сам объект. То есть, допустим, у нас на Шаттерстоке можно использовать 50 ключевых слов. И где-то половина должна быть про материал, и, может быть, вторая половина про сам объект, про праздники, на которых он может использоваться и так далее. Вы можете начинать с первого, потому что это проще. Чем вы рисуете? Если в векторе там все понятно, вектор, да, там еще может быть какой-то стиль, типа флэт или реализм, или 3D, или еще что-то. Ну, в ручном творчестве это может быть акварель, ватерколор. И дальше графика, и все, что связано именно с техникой. Что это ручная работа, что работа кисти, что это акварель, что здесь есть цвета какие-то определенные, да. Вот. И также в эту категорию хэштегов можно добавить, где это может использоваться, да, что это может использоваться как принт для открыток, и так далее, подумать. Вы, на самом деле, если рисуете в этом стиле, вы можете заранее эту категорию ключевых слов прописать себе и использовать их в каждой работе. Потом следующая категория — это про сам объект. Что это у нас? Тыква. Да, что это у нас тыквенные семечки, здесь как это долька тыквы, здесь есть лисички. И все, что связано с объектом. И опять-таки, где этот объект может использоваться, да, для какие праздники. Сюда добавить Хэллоуин, время года, что это осень. И таким образом у вас наберется этих 50 ключевых слов.
Я надеюсь, стало сейчас немножко понятнее. Но это так очень обобщенно я рассказала. Потому что если внедряться вообще в дальнейшую работу с ключевыми словами, то я уже рекомендую проверять каждое ключевое слово. Как проверять, я показываю на консультациях на своих. Ну, и обязательно это включу еще в свой курс, потому что атрибутация вообще файлов на стоке — это, ну, не знаю, 50% успеха. То есть вы нарисовали картинку клевую, и это еще не значит, что она 100% будет круто продаваться. Вот она будет на 50% круто продаваться, остальные 50% — это то, как вы ее назовете, описание, да, хэштеги какие поставите. И даже это не гарантирует, что она будет клево подаваться, потому что есть еще такая тема, как везучесть картинки, в какое время вы ее загружаете. Зайдет она, утонет. Ну, то есть там много факторов. Угу. Вот, все правильно пишете. На самом деле, иметь свой стиль и клево рисовать на стоках, это даже не сильно такие важно, потому что можно не уметь рисовать акварелью и быть очень успешно на стоках. Все зависит от выбранной стратегии. Да, время тоже играет роль. Но здесь время — это из таких факторов, на которых мы, по сути, не можем повлиять, потому что у нас нет никакой статистики достоверной. Вот типа в это время загружай, и вот она точно там попадет в нужное ранжирование и выстрелит. К сожалению, нет. Потому что, опять-таки, учитываем атрибутацию и качество самой картинки. Это плюс время, плюс еще везучесть самой картинки. На самом деле часто бывает такое, и многие стокеры со мной согласятся, когда ты вот рисуешь, прорабатываешь тему, выкладываешь, надеешься, что сейчас вот она выстрелит, вообще прикольная тема, клевые иллюстрации получились. А сразу почти нет никакой отдачи, ну, либо маленькая, либо почти нулевая. А, допустим, ты какую-то фигню нарисовал, там типа намазал что-то, или нашел какую-то старую мазню свою и решил добавить на стоки, типа, да, допускай будет, что она у меня просто так валяется. И эта картинка выстреливает. У меня такое было, причем даже не раз, что оп, выстрелило что-то такое, короче, ужасно, что вообще не думал, что она когда-то вообще продастся. Ее причем купили там по какому-нибудь синглу за какие-нибудь бешеные бабки. Ты сидишь, думаешь, а что вообще, я правильно понял вообще суть этого мира? Да, частота загрузок тоже влияет. Да, искусственный интеллект, он постоянно меняет формы, причем на Shutterstock, они, мне кажется, вообще у них хобби. Они прям любители поколдовать, постоянно что-то поменять. Но на самом деле они не зря это делают, потому что живешь, а потом оп, у тебя началось что-то продаваться, так супер древнее. Ты думаешь, ого, что-то Shutterstock снова поменял. И за счет того, что они постоянно что-то меняются, получается, что продается из портфолио почти со всех временных отрезков все. Ну да, все правильно. Время ТикТока, упрощение и детство. Shutterstock самый сложный. Странные картинки, которые залетают, это про вкусы, наверное. Может быть и так, но тут тоже непонятно. Мне есть одна теория, почему так происходит. Которые, допустим, покупают какую-нибудь дичайшую или какой-нибудь логотип, который ты вообще не занимаешься. Или какой-то элемент какой-то почеркушки. И его покупают за какие-то деньги.
неимоверные. У меня, по-моему, один раз купили какой-то леттеринг, что-то в районе там $200. Вообще, ну, ужасный. И, ну, как бы, когда я его загружала, я думала, что это он, ну, ничего такой. Потом, когда купили, я о нем вспомнила и думаю, господи. И теория моя такая, что людям, которым нужно напечатать это где-то и в коммерческих целях использовать, да, или они хотят какие-то более эксклюзивные права, ну, так, а что такое? Ну, в общем, хотят чего-то такого особенного, и они как раз ищут среди того, что вообще почти не продавалось, да, там совсем в конце по запросу, с первой страницы начинают. Ну, то есть они должны быть уверены просто, что это нигде уже не тиражируется, и никто уже на этом не зарабатывает. Ну, то есть они себя таким образом, видимо, как-то обезопашивают, что ли. Так, у меня в июле 12 картинок 2016 года продалось. Неплохо. Ну, на самом деле, у меня с 2016 года достаточно много картинок постоянно покупаются. Ну, то есть они не просели в продаже. В общем, у нас тут такой стоковый уже разговор пошел. Я считаю, что я пока могу остановиться на этом этапе, да, еще пару слов о том, как понять, что нужно остановиться, да, потому что у многих иллюстраторов, которые рисуют акварелью, они перегружают картинку, и получается грязь, или они вообще ее затюкивают, что никакой легкости не остается. Нужно, во-первых, нужно останавливаться, когда вы устали, когда вы понимаете, что что-то я не знаю, а что еще порисовать, а что еще добавить. Лучше такую картинку отложить, отдохнуть там на следующий день или через несколько часов еще раз на нее обратить внимание, уже свежим взглядом. Тогда уже будет понятно, что там нужно дорисовать, или, может быть, не стоит ничего дорисовывать. Вот. Лучше не доделать, чем затюкать. Ну, то есть лучше пускай она будет легкая, чем она будет перегруженная. Потому что перегруженная акварель — это плохо, потому что акварель сам такой по себе материал, который требует воздушности, легкости, чистоты. Поэтому, если вы через какое-то время посмотрите, понимаете, ну, тут совсем не доделано, вы возвращаетесь и доделываете. И опять останавливаетесь, откладываете. Лучше всегда вот так вот работать поэтапно. Вот. Это что касается, как остановиться рисовать акварелью. Вот. И на данном этапе я хочу остановиться, отложить эту работу. Возможно, я вижу уже сейчас, что можно доделать, но я не хочу дальше затягивать эфир, потому что он уже идет, мне кажется, часа полтора. Мне нужно, чтобы он еще сохранился обязательно. Иначе я сильно расстроюсь. Вот. И поэтому не хочу дальше рисковать. Надеюсь, что вам было со мной интересно. Я много чего полезного показала сегодня. Напишите, пожалуйста, вашу обратную связь. И про стоки поговорили, и про технику рассказала, и про процесс работы рассказала. Я просто за 16 год не грузила ничего. Долгое время ничего не продавалось. Ну да. Да, если сейчас начать грузить на старый заброшенный портфель, то и старенькое тоже будет продаваться. Нормальное явление. Спасибо, трудно оторваться. Ждем канал на Ютубе. А это видео будет здесь, на моей странице Энастра в разделе IGTV. И плюс я передам, конечно же, это видео на арт-квартал, потому что мы договаривались с ними. Вот, а они уже добавят куда-то на YouTube или в свой там Instagram, посмотрим. Ну, рисуйте тыковки теперь в любой технике, отмечайте меня, я буду приходить, комментировать, репостить. Главное, чтобы было интересно. В общем, я буду тогда завершать эфир. Сейчас у меня немножко моя конструкция разберется.
Вот. В общем, всем творческих успехов и до новых встреч. Я думаю, эфиры еще буду делать обязательно, потому что мне самой нравится делиться знаниями. Спасибо, вы отличные. Спасибо большое. Мне очень приятно. Спасибо, красота, тыковки, вообще моя слабость. Ой, очень-очень приятно, что вы мне пишете такие милые комментарии. Альбомная съемка, бокал с водой поместится. Ну да, я, допустим, для Ютуба сегодня делала горизонтальный формат. Но все равно у меня тут и палитра такая гигантская. И все равно бокал не помещается. Мне нужно, чтобы он был достаточно далеко от работы. Так я привыкла. На расстоянии вытянутой руки у меня получается так. В общем, еще раз всем спасибо, что вы присутствовали, задавали свои вопросы. Очень так мило получилось и душевно. Все, до новых встреч!